Белорусская продукция представлена на одной из крупнейших в мире международных выставок. В Стамбуле на ближайшие 3 дня ведущие производители пищевых продуктов со всего света. Свыше 1100 участников и более 800 представителей крупных торговых сетей. Состоятся и деловые переговоры, и личные встречи, пройдут и тематические форумы. Здесь будут представлены современные отраслевые технологии. Беларусь презентует молочную и рыбную продукцию. Ожидается, что посетят выставку более 60 тысяч человек.